Это вход в отель Корсар. Находится он в Адлере, в Сочи. Такой интересный вход. Он вообще в таком пиратском стиле. Потом я тоже сниму для вас видео, обзор самого отеля. Покажу, как там внутри. Очень интересно. Ну, а сегодня у нас обзор номера. Итак, сегодня я для вас снимаю обзор номера в отеле Корсар. Находится он в Адлере, в Сочинском. У нас корпус С, номер 22, на втором этаже. Заходим. Так, ну вот, значит, мы зашли в номер. Тут, посмотрите, такой большой коридор. Коридор даже с окошком. Я бы даже сказала, он шикарный, огромный. Так, окно тут даже не в стену, то есть мы смотрим в окошко, видим что-то тут вокруг. Ну, понятно, что тут тоже окна в окна, но все-таки подальше расстояние. Так, шторки симпатичные, все тут даже с ламбрекенчиками. Шторы и тюли темные. Вот, можно подвязать их, чтобы они тут были подвязаны. Так, ну давайте с самого интересного начнем, да, это санузел, как обычно. Так, вот наш санузел. Интересные формы, треугольные. Класс, класс. Смотрите, душевая кабина. Не то, что там какая-то там шторка, да, которая у нас была в островке. Вот, то есть тут у нас вешалка для полотенец, туалет. Ой, в смысле, унитаз, ведро. Так, ну тут вроде бы в нормальном состоянии сантехника. Тут даже есть полочка, можно что-то поставить сюда. Угу. Вообще супер. Супер, да, душ мне прям нравится. Душ классный. Так, здесь у нас раковина, зеркало. Также тут у нас мыльно-рыльные принадлежности, шампунь, гель для душа, мыло, стаканчик для зубных щеток. В общем, все есть, все. Да, санузел мне тоже очень нравится. Очень классно тут. И чистенько, хорошо. Чисто, уютно, да. Вытяжка работает, слышите, да, вентилятор жужжит. Все работает. Ну, а сейчас посмотрим сам номер. Так, заходим. Огромный шкаф с огромными зеркалами, большущая кровать, тумбочка, так, светильнички, диван просто огромный. В качестве третьего места, видите, диван поставили. Так вот это все выглядит, если мы включаем свет. Так, тут еще у нас как прихожая такая, да, посмотрите, даже щетку для обуви и то положили. И что-то там еще. Вот тут какие-то запчасти. Ладно, в общем, щетка для обуви есть или для одежды. Это, в общем, надо разбираться еще. Я вот сейчас тоже первый раз в номер зашла и первый раз вам показываю. Так, вот зеркальце, значит. Дальше у нас туалетный столик. Также с зеркалом, чайник, обратите внимание, свой чайник, пульт от телевизора, стаканы. Так, здесь у нас холодильник, не новый, но рабочий. Так, ну тут какая-то, видите, не очень новая все-таки мебель, но ничего. Полочка, так, тут пуфик, пуфики можно выдвинуть. Вот, и вот так тут сидеть, например, краситься, да, утром собираться. Так, здесь телевизор у нас, телефончик для связи с ресепшн. Так, розетка. Так, вот тут у нас, значит, диванчик, полотенчики наши, простыни. Так, столик, посмотрите, какой красивый, можно тут сидеть. Завтракать, например, можно тут, да? Этим столиком. Так, батареи отключены. Но есть кондиционер, если что, можно подогреться, если будет прохладно. Так, это, я так подозреваю, что с балкона у нас выключатель.
номер на самом деле очень большой. Он даже больше, чем в квартире, наверное, у нас комната большая. Тут, наверное, квадратов, не знаю, 22, может быть, квадрата здесь есть. Так, ну давайте выйдем на балкон. Шторы тоже, видите, да, и тюль. И темные шторы есть. Вид достаточно симпатичный здесь. Так, открываем, выходим. Погодка нас радует. 1 октября, Сочи, район Адлер. Так, ну вот, видите, здесь у нас сушилочка для белья. Так, два стульчика стоит, столика нет. Но балкон, конечно, очень маленький такой. Видите, площадь тут, не знаю, может, 2,5, наверное, квадрата. Так, ну, пепельница кому нужно. Вот, и такой вот, собственно говоря, вид из окна. Ну, тут можно с соседями, видите, познакомиться. Но это все стандартно. Это у нас корпус С, отель Корсар, я напоминаю. Вот, ну, в общем, номер очень даже ничего. Ремонт видно, что свежий. Пол, видите, это не ламинат, это плитка. Но она свежепостеленная, чистенькая. Так, здесь еще не показала тумбочки. Всегда проверяйте все тумбочки, шкафчики, потому что бывает в них что-то лежит тоже нужно, и узнаешь об этом уже в конце, когда уже собираешь свои вещи и думаешь, как бы что-нибудь не забыть. Так, здесь что у нас? Подушка, да? Матрас. Ну, вроде ничего такой, достаточно жесткий матрас. Так, вот этот шкаф большой. Внутри шкафа мы видим подушки, сейф, фен, еще полотенце, одеяло. Вот, сейфом можно, я так понимаю, пользоваться. И фен. Фен — это, конечно, вообще класс. Супер, что тут есть фен. Так, ну и с другой стороны тут еще одно одеяло, еще вешалки. Так, и еще одеяло вниз лежит. То есть, ну, одеял тут достаточно. Вот такой красивый у нас симпатичный номер. Ну, в общем, мы здесь находимся прям как в квартире. Еще бы кухня была, и вообще, на самом деле, как в квартире.